15 мальчиков, а может быть и больше, а может быть и меньше, чем 15. Испуганными голосами мне говорили: «Пойдем в кино» или «В музей изобразительных искусств». Я отвечала им примерно вот что: «Мне некогда». 15 мальчиков дарили мне подснежники. 15 мальчиков надломленными голосами мне говорили: «Я никогда тебя не разлюблю». Я отвечала им примерно вот что: «Посмотрим». 15 мальчиков теперь живут спокойно. Они исполнили тяжелую повинность подснежников, отчаяний и писем. Их любят девушки. Иные красивее, чем я, иные некрасивее. 15 мальчиков преувеличенно свободно, а подчас злорадно приветствуют меня при встрече, приветствуя во мне при встрече свое освобождение, здоровый сон и пищу. Здоровый сон и пищу. Напрасно. Напрасно ты идешь ко мне, последний мальчик. Поставлю я твои подснежники в стакан, и коренастые их стебли обрастут серебряными пузырьками. Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь. И, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, как будто победил меня. А я пойду по улице. По улице.